Чтобы начать, нажмите Е. Сейчас начнем. Ребят, всем кукусики. Всем приятного просмотра, аппетита и, как говорится, хорошего настроения. Так, а мы давайте с вами начинаем. Не знаю, что я за игруля, только-только скачал. Поверить не могу, что прожил уже целый месяц. Так, движение. Хорошо, я же говорю, только скачал игрульку. Не знаю. По идее, должна быть интересной. Потому что что-то из новинок, которые я сейчас бы выходили, вообще ничего нету. Хоть бери опять заново в PUBG играй. На стриме. Так, идем. Я так понимаю, мы с вами ищем либо сестру, либо подругу. Либо кого-то еще. Ну, надеюсь, мы сейчас с вами узнаем. Однажды Эмили просто исчезла. Никто не знает, почему. Мне интересно, игра будет все время вот такой вот, где не нужно будет напрягаться, а просто вперед-назад и будет шикарно. Большинство потеряли надежду через несколько недель. Просто перестали искать. Нет, но мы не перестанем. Мы найдем Эмили. Наверное. Но я не сдамся. Я найду ее. Должна найти. Эй, Салли, все еще ищешь свою двоюродную сестру? Ага, значит, мы сестру ищем. Ха-ха-ха, что ты с ней сделала? No. Най-най-най-най. Как бы сказал один Усан. О нет, велосипед сломался. Как же теперь? Поеду домой. Вообще шикарно. Я думал, это в игре собачки, а нет, это у меня за окном. Ну, сори, ребят. Так, сломался, как же мне теперь добраться до дома? Без понятия. Так, что это такое? Ингалятор. Так, если вы ранены, используйте ингалятор, удерживая Q. Вкусно. Так, движение камеры. Ага. Хорошо, значит, мы сможем камерой, да, с вами шевелить. Окей. Так, а что у тебя тут сломалось? Давайте посмотрим. Да не, вроде нормально. Ну да, я смотрю, колесо восьмеркой, конечно, но... В принципе, если не спешить. Так. Шрифт бежать. Пробел присесть. Хорошо, значит, нам походу... Салли! Мы знаем, что ты здесь. Так, я так понимаю, нужно нам прятаться, да? От этих хулиганов. Так, спейс встать. Хорошо, давайте уходить отсюда. Так, присесть. Так, от нас не спрячешься. Спрячусь. Так. Канатная дорога, можно попробовать. Да, станция не очень далеко. Надеюсь, она еще открыта. Так, я ее вроде вижу. Да, ребят, если не буду успевать читать, то сори. Выходи давай. Эй, куда она пропала? Ты тоже исчезаешь? Че исчезнешь? Так, бежим. Мы с хулиганами не будем дружить, все. Так, тут что-то есть, интересно, кажется... По этой дороге вообще никто не ходит. Ага. Так, и что нам делать? Так, забрать ингалятор. Полезная вещь. И зайти вот сюда. Тут по-любому кто-то что-то будет. Так, давайте смотреть. Так, движение. Ага. Это нужно будет потом куда-то, наверное, подвинуть. Хорошо, разберемся.
Так, давайте посмотрим, есть ли тут что-нибудь интересное. Интересное, интересное. Вроде ничего нету, да? Так, открыть. И, походу, наверное, надо будет тележку, да? Походу, тележка надо будет с собой или не? Или я ошибаюсь? Не, ошибаюсь. Ладно, ладно. Пока-пока, тележка. А мы с вами побежали дальше. Так, я стараюсь не сильно спешить. Так, возьмите прочитанное Эми, ничего нету. Не сильно спешить, мало ли, может что-то. А тут будет интересное, чтобы не пропустить. Ты потерялась? Помогите мне, пожалуйста. Мне нужно доехать домой. Уже поздно. Тебе повезло, что я еще здесь. Просто возьми билет, и я спущу тебя вниз. А вы не можете просто меня впустить? Девочка, без билета ездить нельзя. Это очень важно. Окей, окей. Хорошо, хорошо. Tickets. One ticket, please. Давай. Так, это билет на канатную дорогу, но он какой-то странный, шершавый и пористый. А может это не билет? Шершавый пост. Так, ну значит поезд бесплатный, ну да. Просто есть еще одна вещь, какая шершавая и пористая, с усиками и привкусом, как говорится, банана, ну ладно. А куда он ушел? Только не ври, что это был бабайка. Та ты ша. Так, все. Поехали отсюда. Ну, го-го-го. Ничего такая малыха, да? Щекастая. Так, я понял, мы застряли, да? Или что это такое? Мы сквозь привидение, походу, прошли. Либо через телепорт какой-то. Если не ошибаюсь. Нужно будет потом посмотреть. А может и не так. Что, кто в курсе, как переводится, можете мне в комментариях написать. Я думала, что разобьюсь. Так, больше я на что-то там, сори, отвлекся. Больше, походу, она на этой штуке не ездит. Так, фонарик, да, мы берем? Отлично. Для фонарика, наверное, будет нужно будет батарейки. Для батарейки зарядное устройство, для зарядного устройства нужно будет солнышко. Для солнышки нужно будет еще что-то. Ну, как обычно. Кто-то забыл тут фонарь. Что ж, что упало, то пропало. Согласен. Так, достать фонарик. Чпоник. Та ты шоля. Но жизнь налаживается. Здесь никого нет. Кто это выключил свет? Так, ребята, я так и не понял. Мы, походу, спустились, правильно я понимаю? Мы с вами спустились, и теперь сможем отправиться домой. Tickets. Что это случилось с автоматом? Так, предлагаю быстро отсюда уходить. Как вам такая идейка? Так, что это? Тут ничего, да? Эти штуки не работают, тут ничего нету. Ладно.
Давайте уберем фонарик и... Блин, тут и налево, и направо можно пойти. Давайте посмотрим. Заперто. Придется найти другой путь домой. Только не ври, что сейчас через лес. Ну ладно. Так. Так, shift бег, тратится выносливость. Да-да-да, я вижу. Это я вижу. Так, давай выключим пока есть фонарик. Тут вроде пока есть... Видно. Так, давай, открывай. Прикольно. Так, я не знаю, наверное, отставим открытую калитку. Потому что что-то чувствую, за нами по-любому тут кто-то побежит. Так, ага. А где все? И что с городом? Что-то мне это не нравится. Я так понимаю, как я только отсюда спрыгну, то все сразу начнется. Что здесь происходит? А вот мне тоже интересно. Так, ребята, я понимаю, что вам еще не видно, но просто если я буду бегать с фонариком, по-любому на нас бабайка нападет. Куда все делись, я без понятия. Крица, I don't know. Так, что тут происходит? Блин, нужно будет послушать потом по поводу вот этой вот музыки. Мешает ли она, либо нет. И слышно ли вообще меня. Потому что что-то в последнее время микрофон мой... Ага, сохранение было, да? Микрофон мой в последнее время что-то вообще шалить начал. То орёт, что не в себе, то вообще ничего не слышно. Полиция, пожарные, врачи. Никого нет. Все просто куда-то ушли или что? Да не, что-то не похоже. Тут что, землетрясение было? Интересно. Так, давай смотреть, что-то у нас тут. Дай сюда. Так, вечерний Battlewood, местная газета. И что, ничего больше не надо? Ничего интересного, понял. Окей, мы с тобой на автобус можем. Тихо. Это что такое? Это что такое было? Так, ага. Ага, ага, ага. Если мы сейчас сюда наступим, нас ударит током, я понял. А если мы не наступим, то... То мы не наступим. Блин, так хочется наступить? Так, ну сюда я пройти не могу. А, вот сюда могу. Алло? Есть кто? О, катсцена. Это Эмили? Она все это время пряталась в школе? Да ты шо? Не понимаю. Зачем Эмили прятаться в школе? Больше месяца? Так, а ну давайте сейчас секундочку посмотрим, сколько у нас тут. 15 минут записываем. Ладно, давайте сейчас найдем Эмили. Я думаю, в принципе... На этом можно серию закончить, сделать коротенькую такую. Чисто посмотреть, как зайдет. Ну не знаю, мне игрушка вроде понравилась, вроде прикольная. Крица, как вы думаете, ваше мнение? Так, идем. Заперто. Конечно, заперто. И что теперь? Может, в комнате уборщика есть ключ? Так. Нажмите Tab, чтобы... Чтобы исследовать. Так, 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 так. Ага, вот сюда, да, сейчас налево. Окей. Так, нам нужен ключ. Побежали.
Все, так быстро устаешь. Так, давай смотреть. Угу. И как мне сюда пройти? Так, ну тут присесть, я понял. А здесь у нас что нужно сделать? Это не мои листовки. Ты их расклеил. Hello? Донде стала библиотека? Понял. Никто не хочет со мной разговаривать, ага. Так, присесть. И зайти посмотреть. Где тут ключик? Вот ключик. Baby. Да ты шо, ля, шо это такое? Шо это за тварь? Так, он упирает входную дверь школы. Ага, слышь, а что это за веселый молочник? Слышь, а ты не сюда идешь случайно, не? Мистер Бабайка. Так, монстры не должны вас видеть. Присядьте или выключите фонарик, чтобы вас не заметили. Хорошо, то есть воно тупе, да? Так, заразумело, ну и дай звиться. До побачення, хлопче. Так, ё-мо, присядь. Так, видимость для врагов. Белая аура. Монстр что-то подозревает, пока не заметил Салли. Ага, окей. Так, желтая метка, прячьтесь. Монстр что-то почуял, направляется к вам. Окей. Ну а красное, это чисто... чисто до побачения, я понял. Так, стоит держаться от них подальше. Согласен. Стоит держаться от них подальше. Так, давай, наверное, мы будем держаться от них подальше вот здесь где-то. Так, сзади ж никого нету? Нет, никого нету. Так, пока он там, кажется, жует свои сопелики, а мы пройдем здесь. Все, давай. До побачения. Тихо. У-у-у, монстр слева еще один был, а я не заметил. Ну и ладно. В принципе, мы там, где нам нужно. Так, мы с вами в школе. Шикарно. Новая цель. Найти Эмми в школе. Нажмите Tab, чтобы... Чтобы... Так, Салли, это мы. Здесь, где-то здесь. А где ее искать? Эту Элли... Так, ну понятно, это мы с вами. Так, а можно двигать как-то? Простые движения можно? А, вот. Ну, я так понимаю, это МЖО. И это МЖО, да? Класс 105, хорошо. Так, наверное, мы, ребятульки, продолжим с вами это делать в следующей серии. Я думаю, в принципе, можно сделать такую коротенькую, чтобы понять... Нравится вам эта рулька, либо не, как вам говорится, начало. Так что давайте, наверное, в следующей серии уже немножечко подольше позаписываем. А сейчас всем спасибо, всем пожалуйста, всем пока-пока, как говорится, и да потом. Все, в следующей серии будет следующая серия.